четверг в Самарской области будет ясно и малооблачно, без осадков. Днем плюс 18, плюс 23, ночью 14-16, выше 0. Ветер северного и западного направлений, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани ясное небо, днем плюс 22 градуса, ночью плюс 16, северный ветер, скорость 1 метр в секунду. В Тольятти ясное небо, плюс 19 градусов, дневное время, ночью 14 выше 0, западный ветер 2 метра в секунду. В Самаре ясное и без осадков, дневная температура 20 градусов тепла, ночью плюс 15. Ветер северо-западного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 36%. Температура воды в реке Волга 15,8 градуса. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.